выведение завода в дело радиолокационной системы. Сейчас этот завод, но, то есть там осталось всего 2000 человек от 20 тысяч. А рядом появилось новое ГМО, которое называется Солнцево. И всего 4 километров. Причем на ровном месте. Совершенно так же, как на технологии фантом образовался. Но все эти вот Сколково, фантом, это обычные студенты. Это студенты каких-то, господи, пап, мамы и все остальное. Значит, поэтому мы и пришли. Поэтому мы 6 мая, мы с ними, другие ребята, собственно, вышли на митинг. И забирали положено на деревне. Асфальтом, и ОМОНовцу попали по пальцу. Вот меткий какой товарищ был. Дальше. Другой товарищ, это мой сын, нечаянно взял, значит, ОМОНовца за бронированный рукав. Чем присоединился?